ходят вокруг вас в течение дня. Просто вспоминайте об этом, когда вам смешно, или когда кому-то рядом смешно, или когда вы видите что-то красивое. Снимайте. Мне нужно, чтобы вы снимайте, то же самое, снимайте. Да? Сделали. Вот прям как... Но! Как... Так, зал для поклонения. Никого нету, поэтому стулья решили сами поклоняться. Что-то они все упали. Им всем хорошо, видать. Вот скоро запоют. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы рады, что вы добрались наконец-таки. Мы рады, что мы к вам добрались. В последнее время в загородном клубе «Аврора» всех очень интересует вопрос, откуда берется колбаса? Колбаса у нас в машине, так же, как и зубная паста. Кто учится, а кто играет в монополию? Раскладывает денежки. Уехал пока, я сейчас в Питере. Монополист Александр Митрохин. Вот что-то в этом есть, проехаться в коньках до работы. Знаете, как вы будете искать магазин? Магазин просто прямо и направо. Направо повернешь в среду. Да? Посмотрите, пожалуйста, вот это наши услуги. Вот, если вы хотите что-то скушать, то можете дать нам номер карты своей, ну, саму карту. Мы за вас наберем цифры, и вы просто можете в это время расслабляться, отдыхать, мы все за вас сделаем. Как вам такая услуга? Я очень доволен. Замечательная услуга, и я надеюсь, что все воспользуются этим предложением. Да. Предложение уникально. А карта у вас есть? Да, сейчас я достану. Ну вот, видите, все хорошо. Это единственное усилие, остальное мы все сделаем за вас. Лидеров христианских лагерей 2019. Думаю, на этом месте да, должны быть еще более горные рассылки. В этом месте защитник, куда момента ведет. И самое приятное, вам ничего не нужно делать. Возможно, вы смотрите на себя в зеркало и критически оцениваете размер своей головы. Алло? Там уже все, да? Все-все? Меня с последней электрички встретите? Где? Снег идет. Это Аврора клуб. Все живы, здоровы. Как вы видите, на территории много людей. Много-много. Пожалуйста, как называется ваше заведение? Люля-кебаб. По счёту.